Раз, два, три, это у меня старость. Нет, это у меня армейская. Утренняя зарядка вместо планерки. С разминания суставов и растяжки начался день сотрудников медиакомпании «Алмазный край». Инструктор Мельнинской районной больницы показала журналистам, операторам и монтажерам упражнения, которые стоит делать каждому и на работе, в школе, и дома. Вверх. Упражнения с теннисным мячиком осанку не исправят, зато помогут при остеохондрозе, боли в пояснице и защемлении седалищного нерва. Лечебная физкультура – это не только физические упражнения, но и эффективный метод оздоровления, реабилитации при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. А заниматься можно где и когда угодно. ЛФК особенно полезна офисным сотрудникам. В Мирном с инструктором можно заниматься в районной поликлинике. Делать процедуры медики рекомендуют раз в полгода. Занятия длятся 10 дней по 5 сеансов в неделю. Дети дошкольного младшего возраста с 5 лет, дети с младшего школьного возраста, подростки, взрослые пенсионеры, работающие и неработающие. Направление вы можете получить у своего участкового терапевта, либо по профильному заболеванию невролог или травматолог-хирург.